возьмешь. Василий Иванович, давай, давай скорее! Наконец-то, Василий Иванович, заждались тебя тут. Думали, уж не выплыть тебе. Ну вот, как от Чапаева-то не выплывет. Ну, чего у вас тут? Опять немцы полезли? Точно так, полезли проклятые. Врешь, не возьмешь. Не возьмет, гад. Били и будем бить. По коням! Слушай, бойцы! Долго разговаривать времени не имею. Одним словом, бейте гадов, бей, стервецов. Мы ходили босые, голые, а врага видим. Была у меня одна винтовка на троих, а стреляла за пятерых. Был у меня один пулемет, а стрелял за двадцать. Была мне придана артиллерия, одна пушка. Да и та стреляла по праздникам, а врага били, гнали из своей земли, выгнали. Так вот, говорю, настроили вы великолепную жизнь на нашей земле. Такую жизнь помирать не надо. И эту жизнь у нас отнять хотят. Уничтожить хотят, кто? Поганая харя фашистская. Бей ее в кровь, бей ее без жалости, так, чтоб следа ее на земле не осталось, чтоб наплевать и забыть о ней раз и навсегда. И помни, тут уж жизни своей жалеть не приходится. Ибо они нас, ибо мы их. Что вы победите, это мне известно. Это мне, Чапаеву, хорошо видать. Великолепное у вас оружие. С такой оружием ничего не страшно. Великолепные у вас бойцы. Поди, у каждого сапоги есть. Великолепные. Птицы у вас летают по небу, не перечесть. Танков ваших, а про артиллерию я уже не говорю. И весь народ с вами. И какой народ? Такого народа еще, может, ни в одной другой Европе нет. Разберитесь же так, как мы дрались или нет. Еще лучше деритесь. Не давайте пощады врагу. А я проклинаю его Чапаевским проклятием. И помните, бойцы, Чапаев всегда с вами. Вперед!